Погода не подвела. На территории спортивного клуба «Металлург» Магнитогорск состоялся турнир по стритболу на кубок первичной профсоюзной организации группы ПАО ММК ГМПР. В баскетболе 3-3 приняли участие 14 команд. Кто попал в тройку победителей? За развитием событий на спортивных площадках наблюдала наша съемочная группа. С погодой игрокам несказанно повезло. День выдался солнечным и без осадков. Это важно, ведь этот вид баскетбола проводят на открытых площадках. Согласно правилам стритбола, команды играют 3-3 и занимают всего половину баскетбольного игрового поля с одним кольцом. Мы закончили 4-4, получается, с овертаймами. Но тоже мои знакомые, то есть они тоже со мной занимались и в баскетбол начинали, то есть когда еще в школе учились. И получается, встретились такие давние друзья и оказались соперниками. Хорошо играли тоже, но получилось, мы немножечко сильнее оказались, где-то половче, побыстрее. И вот мы их победили 6-4 в овертайме. Турнир хороший, почаще вот такие делали. Готовы приезжать, играть. Стритбол – относительно молодой вид спорта. Он зародился в США в середине 20 века в бедных кварталах. Но благодаря своей зрелищности и динамичности уличный баскетбол завоевал любовь во всем мире. Он давно уже набрал свои обороты. Раньше это назывался стритбол и как бы не был отдельным олимпийским видом. Но сейчас все больше и больше, как бы отдельный чемпионат России отдельный проводится по баскетболу 3-3. Вот чемпионат мира и так далее. В Олимпийских играх он появился уже. Стритбол пользуется популярностью среди работников структурных подразделений группы ПАО ММК. По просьбе желающих этот вид спорта включили в программу соревнований, которые проводит профсоюзная организация. Это третий турнир на призы первичной профсоюзной организации по стритболу. 3 года назад попробовали, прижилось. Парни говорят, ежегодно будем проводить. Пошли навстречу, погода благоприятствует сегодня, 14 команд соревнуются. 4 группы, по 2 лучших выйдут в финал. Там олимпийская система, на вылет уже, и определим победителя. По итогам встреч 3-е место заняла команда ОСК-2, 2-е – игроки Союза молодых металлургов. Победителями и обладателями главного кубка стала сборная управления главного энергетика. До этого мы занимали, тоже попадали в плей-офф, но вылетали на ранних стадиях, то есть в четвертьфиналах. В том году тоже в четвертьфинале вылетели, в этом году вот так звезды сошли, что мы заняли 1-е место. Спасибо моим сокомандникам, они очень большой вклад внесли. Спасибо большое вообще всем за проведение такого турнира. Также в рамках турнира провели бросковые конкурсы «Снайпер» и «Американка». Лучших наградили призами. Ольга Аникина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВ.